Здесь тебе не зоопарк, придурок. Хотя, в таком случае здесь было бы полно желающих взглянуть на такого урода, как ты. Извини, детка, сквозь решетку я не могу. Эй, детка, выпусти меня отсюда. Я хорошенько тебя отблагодарю. Давно пора. Вы тот самый охранник, которого я должен был дождаться? Передайте Мендерли, что записку я получил, когда уже начал вскрытие. К тому времени было поздно его зашивать. Ладно. Так вы извлекли нейронный узел? Это было непросто. Чуть ниже, и пуля уничтожила бы не только ПДО-соединение. Так что не обещаю, что вам удастся что-то узнать, кроме того, что он был модифицирован. Модифицирован? Каким образом? Что-то вроде жидкостного привода. Но учтите, я не смотрел. Ультрафиолет есть ультрафиолет. Я знаю, как вы, ребята, нервничаете, когда речь заходит о соображениях национальной безопасности. Он весь ваш. Как было сказано, я отделил узел, но оставил его внутри черепа. Теперь, если вы позволите, мне пора заняться бумагами. Босс, нейронный узел у меня. Похоже, он модифицирован. Что-то вроде жидкостного привода. Пусть Притчард посмотрит на него. Нет. Не неси его сюда. Фрэнк все еще занимается диагностикой. Пока он не закончил, я не хочу рисковать, подключая что-то к нашей сети. Особенно, если замешаны военные. Так что же мне делать? Отнеси узел к себе домой. Я скажу Фрэнку, чтобы он связался с тобой. Что вам на этот раз нужно? Одно дело закрыть глаза, когда вы об этом просите. Но я не буду помогать вам его вытаскивать. С вами должна была быть напарница. Где она, черт побери? Granted.
Вот то самое место. Продолжать поиск. Здесь кто-то есть. Access granted. Здесь творится что-то странное. Дженсен, у меня для тебя сообщение. От одной из твоих бывших коллег, детектив Александр. От Дженни? Что ей нужно? Сказала, что ей не помешала бы помощь, если ты сумеешь выбраться на Гранд Ривер Роуд. Также хочу тебе напомнить, что мы все рады, что ты снова с нами. Но я не твоя личная служба свиданий. Ближе не подходи, гад! Отвали! Продолжать поиск. Тут кто? Ближе не подходи, гад. Отвали. Здесь творится что-то странное. Надо быть начеку. Кто там? Пока ничего нет. Не нравится мне все это. Хочу напомнить всем, что единственный способ связаться со мной посредством интерактивного потокового вещания. Мы выпустим вас в эфир и сделаем все возможное, чтобы ответить на ваши вопросы. Но не плачьте, если мы прервем связь! Если вы...
Давай, краса. Вас приветствует автоматически. Я так скажу, весь этот бунт из-за Дэвида Шарифа. Как ты можешь так... Ты узнал что-нибудь? Пожалуйста, мне нужно знать, что случилось с Меган. Я расследовал все наводки детектива Чейза. Вы были правы, сделан Меган что-то нечисто. И что же тебе удалось найти? Офицеру, который занимался этим делом, было поручено избавиться от важного вещественного доказательства. Запись одной из камер наблюдения. На ней нападавшие проносят что-то в лабораторию. Что? Что они туда принесли? Я не знаю. Но кто-то наверху решил, что улики должны исчезнуть. Значит, это было что-то важное. Я заполучил рапорт, который подтверждает опасения Чейза. Нападавшие использовали крайние меры для того, чтобы тела и снаряжение было не опознать. О, боже. Меган. Адам, что это значит? Пока не знаю. Похоже, план заключался в том, чтобы не оставалось ни ДНК, ни других следов, которые могли бы на них вывести. Только вот как-то все это слишком гладко выглядит. Из лаборатории живыми выбрались трое. Я еще двое. Один из тех двоих умер в больнице через пару дней. Второй, лабораторный техник, был готов рассказать в подробностях все, что увидел. Что характерно, когда до него добрались следователи, он не смог вспомнить ничегошеньки. Сдается мне, ты этому не веришь. Нет, конечно. Я читал рапорты. Я думаю, кто-то добрался до него раньше полиции. Некто из правительства, человек по фамилии Мендерли, лично назначил специалиста для вскрытия в обход местного управления. И это тоже плохой признак. Безусловно. Значит, на данный момент мы не можем сделать никаких выводов? Мне очень жаль, но нет. Одно можно сказать наверняка. Кто-то очень сильно постарался стереть все следы, связанные с этим делом. Кто-то, обладающий властью, решил уничтожить все, за что могло бы зацепиться расследование. Простите, Кассандра. Хотелось бы иметь что-нибудь более существенное. Но я нашел кое-что, что должно быть у вас. Смотрите, это браслет Меган. Она наверняка хотела бы, чтобы он был у вас. О, Адам, это очень благородно с твоей стороны. Браслет ей достался от бабушки. Она очень его любила. Спасибо. Спасибо за все, что ты сделал. И ты... Скажи, ты теперь знаешь, как умерла Меган? Я читал рапорты. Она не мучилась, Кассандра, это я могу сказать точно. Спасибо тебе, Адам. Не бог весть что, но все равно спокойнее. Мне так ее не хватает. Не волнуйтесь, Кассандра, дело еще не закончено. Не знаю, как и когда, но я во всем разберусь. Я знала, что на тебя можно положиться, Адам. Пожалуйста, будь осторожнее. Странно. Я думала, что если узнаю, что случилось на самом деле, мне станет легче. Но оказывается, что ничего не изменилось. Моей дочери нет, и она никогда больше не вернется. Я хотела бы, по крайней мере, чтобы те, кто сделал это, были наказаны. Поверьте, так и будет. Полицейские опасались возможных последствий после разрешения ситуации.
заложниками в Шариф Индустрии. И тем не менее, несколько столкновений все же произошло. Пострадавших нет. Ты где, Дженсен? У меня мало времени. Привет, Причард. Я уже почти дома. Хорошо. Когда придешь, подключи нейронный узел к своему компьютеру. Я создал защищенный канал, чтобы работать удаленно. Ты можешь залезть в мой личный компьютер? А кто, думаешь, настраивал тебе протоколы безопасности? Организации, выступающие против имплантов. Таггарт выступил на площадке аэропорта округа Уэйн и сказал, что атаки — это... Событие, достойное глубочайшего сожаления. Возвращением, мистер Дженсен. Причард, узел подключен. Знаю. Теперь тихо, не мешай мне работать. Причард, мне нужно только имя, а не вся его родословная. Это не его ДНК. Это данные, которые он пытался украсть, пока его... Боже, Дженсен, этот хакер-камикадзе не убивал себя. Конечно, ты не видел лужу из его мозгов на полу. Нет, нет, ты не понимаешь. Жидкостный привод, встроенный в чип, он позволяет действовать через тебя. Буквально превращает человека в прокси-сервер. Значит, он работал не один. Взломом занимался кто-то, кого там не было. Именно. И этот кто-то пытался скрыться от нас, используя множество спутников. Но, кажется, мне удалось отследить его. Заброшенный фабричный комплекс в Хайленд-парке. Давай адрес, Причард. Если нам повезет, тот, кто дергал за ниточки террористов, все еще там. Адам, это Дэвид. Позвольте угадать, вы отправляете меня в Хайленд-парк? Не сейчас. Фрэнк нашел причину неполадок в сети. Из трущоб идет непрерывная передача сигнала. С территории уличных банд? Что ж, наш мертвый приятель выдавал себя за противника имплантов. Такому самое место среди пацанов из трущоб. Ясно. Уже лечу. Восстановление системы безопасности. До новых встреч, мистер Дженсен. Дженсен, будь любезен, попроси своих уличных осведомителей использовать более традиционные способы связи. Что ты имеешь в виду, Причард? Я нашел записку, пришпиленную к двери. Парень, проезд на Багли-авеню и Изекиль. Какая таинственность. Это недалеко от штаб-квартиры шерифа. Я загляну.
Ближе не подходи, гад! Отвали! Я смотрю, записочка дошла до тебя. Сандерс, ты рискуешь, назначая встречу рядом со штаб-квартирой шерифа. Рискую не больше тебя, учитывая, что именно ты позволил мне уйти. Но я не намерен тут задерживаться. Да? Так в чем же дело? Я немного навел порядок после фабрики. И кое-что выяснил об этом подлеце с проводами в голове, который подставил нас с братом. Гаденыш оставил нам записную книжку. Там не сказано, на кого он работал. Зато есть коды доступа, имена и всякое такое. Почему ты отдаешь ее мне? Может, мне не нравится быть у тебя в долгу. А может, я понял, что послал змею убивать змею. Или бери, или давай отсюда, идиот. В любом случае, я свой долг оплатил. Access granted.
Назад, жестянка! На фабрике ты хорошо спрятался, но теперь-то я тебя вижу. Знаешь, наверное, какой мы сделали подарок дружкам-осквернителей там, на фабрике? С помощью моего крошки-распылителя они сдохли, давясь собственными легкими. Я имею право жить так, как мне угодно. Этот уголок вселенной принадлежит мне. Access granted. Thank you.